Итак, дорогие друзья, я в данный момент... В данный момент вы видите меня на мощном экране приемника Malachite DSP с дополнительной платой. Я UX0KX. Сегодня мы будем слушать данный аппарат на правильные родные антенны диапазонов. У нас применяется дельта на 160, она у нас применяется на 160, на 3,5 МГц. Инвертор V, семера 3,5 и ГПшка R7000 Кушкрафт от семеры со всеми варками и до ВЧ диапазонов. Итак, давайте вместе с вами подключим потихонечку антенна. Антенна, переходничок, как положено. СМАшка. Данный приемник предоставил наш постоянный наш зритель Сергей. Приемник называется Malachite DSP. Я выключу свет пока что, чтобы полегче было смотреть. Итак, сейчас мы посмотрим, как у нас работает звук. Как у нас со звуком дела. Слышно. 145 МГц. Никаких проблем, в принципе, нет. 145, например, 400 сейчас мы поставим. 145-400. Посмотрим. Ну, на внешнюю антенну, там хочешь не хочешь, у меня все антенны на крыше. И вот смотрите, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 145, 400. Аж запирается приемник. Чувствительность хорошая. Никаких проблем нет. Можно в настройках ставить предамплифайер. Антенны можно выбирать тут. Есть антенна. В данный момент у меня включена внешняя антенна. Можно их переключать вот эти. Вот этим переключателем на простую переносную, то есть на телескопчик. Мы его по умолчанию сегодня включим на такой предамплифайер. Можно включить, да. Вот, включим и выходим отсюда. 145 МГц. Чувствительность хорошая, даже запирается и так далее. Ну, сейчас в данный момент, в принципе, сейчас на УКВ. На УКВ, в принципе, никого нет. Давайте пойдем дальше, немножечко пониже. Попробуем набрать 27200. Сегодня у нас с утра был проход. 27.2 МГц. Так, 27200. Да, частота. Да, проход есть. 7.3, коллега. Все правильно. Включил я ГПшечку. ГПшку, вы видите, ГП. Инвертор V. Дельта. Ну, вот видите, внешняя антенна инвертор V гораздо лучше принимает, чем ГПшка. Но ГПшка R7000 без согласовки может быть. А вот внешняя антенна, видите. Я не успокоюсь. Видите, шикарно. Можно послушать немножко другой диапазон, то есть USB-шный 27200, то есть 27190. Там есть. Вот, очень хорошо работает шумодав. Гораздо лучше, чем у Айкома 718. Вот видим, шум. И там уже что-то можно вычислить. Так, а вот интересно, что это за... Что это там за радейка была? Скорее всего. Ну понятно, да, мы спрыгнули с частотки. На килогерц.
килогерца выскочила, конечно. Так, 26, о, далеко. Ну, короче говоря, мы видели, 27 у нас работает. Давайте посмотрим на 28 мегагерц, что у нас имеется. Ячейки памяти 50 штук, они переключаются у нас попакетно, будем говорить так. Несколько штук. 28. 28 мегагерц. 4, 21, 28. Где вы? Если нету, ну, значит, мы сейчас по-другому сделаем. Просто берем здесь и пишем 28. Вот. 28. Точка. И 400. Так. NFM. Нет. Здесь надо выставить на 28. У нас USB. USB. Так, 40 кГц. Сейчас мы посмотрим пошире. То есть поуже сделаем. Посмотрим. 27. У нас сегодня был с утра проход. Можем переключить сразу на ГПшку. А, есть. Вот, станция есть у нас. Вот здесь вот появлялась, да. Далеко пилять до нее. А вот это все помехи, ребятки, да? Вот эти вот идут, это вот наши телевизионные вышки. Наши телевизионные вышки. И, соответственно, мы по ним вот так вот ползаем. Сегодня у нас был кусок прохода на 28 мегагерц. Так. На 28 проход. Разные антенны. По-разному даже шум идет. У нас есть отдельное видео, я вам покажу. Отдельное видео я покажу, без комментов, так сказать, на 28, я как раз крутил это. Ладно, идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас есть на 14. 14 МГц – это самый распространенный. ГПшечка у нас R7000. Это у нас поехала сушка. Смотрим, что у нас есть. На 150 тоже у нас помеха стоит. Вот там есть радиостанция. Да. Спасибо большое, рад был слышать. Видите, как хорошо работает шумодав. Шумодав регулируется. Заходим в аудио.
И вот здесь вот выставляем SQL. SQL-очку. 15 я выставил, не более. Здесь под себя. Под себя настраивается. Разные антенны. Вот это инвертор V. Ну, как ни странно, он даже меньше помех дает. Сейчас послушаем. Вот видите, ГПшка еле-еле с помехами. Инвертор V нормально. Дельта не очень. Вот видите, на ГПшку больше помех. На инвертере как бы получше. Вот такие вот интересные выкрутасы бывают. Сейчас еще послушаем. Ну, пока настраиваешься, станция есть. Перешел на принимателя, уже не могу. Здесь на ГПшку получше идет, помех побольше. Вот это инвертор И? Вот это инвертор И. Это ГПшка. Шумит. Вот такая интересная штука. Это родные антенны диапазонные. В данный момент ловим на не диапазонные антенны. Все вот эти палки — это как раз наши помехи. Наши курятники. Десятиэтажки, девятиэтажки. И так далее. Вот эта зажалка идет на 9 плюс 5 почти что. Да, вот она и есть. С-метр уже отложенный. Слушал, там и 15, и 10, заход есть. Надо будет на 15. Видите, как интересно? Не слышно почти что. Выплывает. А на ГПшечку уже слышно. Хотя помехи есть. Вот помехи есть. Это у нас 14 МГц. Разные антенны. Вот родная ГПшка. Смотрим на картинку, да? Родная ГПшка. Картинка такая. Инвертор V. Как бы не родная антенна. А смотрите, картиночка почище становится. Но на инверторе V у нас стоит кольцо. Кольцо стоит, заграждающий фильтр, будем говорить так. Дельта. Дельта на 160. Да, даже и прибавился прием, как ни странно, получше. А вот родная антенна. Шум. ГПшка. Помехи все ее. Вот это вот дельта, вот это инвертор V. Заграждающим кольцом, так сказать. Вот. Вот так вот, ребятки. Вот такой переключатель. Интересная штука. И правильная штука. Это 14 МГц. Давайте пойдем немножко пониже. 7 МГц. Посмотрим 7 МГц, что у нас. Вот родная, родной инвертор на семеру. Ну, так, у нас LSB. Все нормально. Шумы у нас под 9 баллов, ребятки, а может даже и больше. Это наша девятиэтажка. Вот. Дельту включил 160-ую. Попытка, так сказать, что-то принять. Ну ладно, инвертор родной включаем. Шумодав шикарно работает. Вот как бы... Вот видите, дельту включил, 160-ая дельта. Но она более-менее на семере там вытягивает что-то. Даже вот появились дорожки. Дельта, она 160-ая выигрывает по приему по-любому. Вот родная инвертор хуже. ГПшечка, она тоже на семере работает, но узкополосная.
вот опять дельту включаем 160-ю, шикарный на прием на... По всему городу на более работает. Современные, красивые, удобные заменили, но электроника, видимо... Так, немножко потише сделаю, вот это, да. Ну, что оставляет желать лучшего, тоже в худшую сторону, как все работает, хотя вроде все и новое. Видите, как вот такие вот дела. Шумодав работает. Ну что же, не буду задерживать, Сереж, большое спасибо за интерес. Шумодав довольно-таки очень хорошо работает. Это семеро, это день, это днем. В данный момент 10 часов с копеечками. Часы начали идти на этом приемнике. А сейчас около без одной минуты 10 часов. Так что вот разные антенны. ГПшечка, это у нас на телеграфный участок. Инвертор V, в принципе, на семере нормально работает, КСОшка хорошая. А вот это вот дельточка. Голову вверх. Довольно-таки неплохо. Ну вот, это уже с юных лет, наверное. Шумодав шикарный. Крови осталось. Вот. Вроде дома, красота такая. Так, ну что, в принципе, прошлись мы по лучшие бенды. Затронули такси. Ну, на 21 еще вот некоторые сделают замечание. На 21 не были, надо 21 послушать. Давайте послушаем 21. Так, пока что дельта. Инвертор V7, 3,5. И ГПшка. ГПшка R7000. В принципе, я вот по панораме не вижу здесь, чтобы кто-то работал. На 28 сегодня были у нас станции, на 21 я не слышал. 28 я вам потом отдельно еще врезочку показал. Да, на 21 пока что вот... ГПшка, она хавает, конечно, шумы. Хавает шумы. Вот видите, это ГПшка. Инвертор. Помехи побольше. И дельточка. Ну, дельточка 160-ечная на 21, тут такое дело. Потом проходили радиостанции какие-то интересные. Сейчас подкрутим, посмотрим. Не, это помеха была какая-то. Вот. Ну, это палки наши от телевышек. Калибровочные, будем говорить так. Ну, на 21 сегодня проход, да, в принципе, нет. Так, мы дошли до семерки, и вечерком мы еще пройдемся по НЧ-бендам. По НЧ-бендам и вещательным станциям на средних и длинных волнах. Вот как-то так, идем далее. Итак, дорогие товарищи, продолжение... Люди нам могут принять по минимуму, там, пизды будем маслом, так что тут, не знаю. Рыба, знаешь, как тут по приему дивиться, да, может быть, вот так, включил там ту станцию, оттуда, то оттуда, ну, это так, сижу, значит, от потужности, как он против. Вот это ГПшка R7000, соответственно, видите, ничего нету. Знаю, я как оценить бы на примане, потом. Сейчас опять включается, будет 160 метров. Сейчас, секундочку, да. Ну да, но я знаю, что мы на туда на фитнее. Не дуже працюю. Вот мы туда на захід, туди краще. У мене тут наклон цей шокер, да, наклон. Іди туди на захід, туди на Карпатські, туди, да. Там краще, да. А туди на фіт приймають, ну не так, так, да. І 9 районі були коротка, от як я їх почую, то вони мене почують, а так. Якщо, наприклад, там якась група стоїть, до них пробити неможливо. Приходится немножко подключить. Туда на схит на дуже. На захит туда, на прямая. Ну, да. Ну, я застоял. Прямо. Ну, я до 9 більше не буду, да. Піду відпочивати. Тут Україна, Роман 4, Ульяна, Дмитро, Павлой, компанія, прийом. Что не включается сигнал. Ульяна, перестройка.
Потихоньку набираю, да. Там на 81-й. Ну вот это пока жука работает у меня тоже. Лампы уже дорогие становятся. Если приехать брать, там уже. Инвертор гораздо, так сказать, меньше, но это ну, на расположении корреспондента. Дельточка, конечно, солидная. 3,5 пыхтит. Эсметр примерно правильно выставлен, потому что сейчас помехи у нас идут. Помехи у нас на моем плече примерно до 9 баллов. А могут было даже больше. Это сейчас только вечером. Шикарно, конечно, работает шум. Выключаем по-любому. Антенны 50 Ом. Это у нас было включено предамплифайер на 14 МГц. На каждом диапазоне свои настройки. Ага, если шлянки, они тогда... Да, там, да. Это сама. Подъяли сильную рогатку, я ему 271. Ну, тут уже был на прием. НЧ, антенна, это дельта и дельта. Есть что переключить. А, выражается на 7-3, сейчас. Это у нас сейчас 9 часов. Скоро будет 9 часов. Потому что не сравнить с зимним прохождением. Давайте послушаем семерку. Семерка ожила. Ожила семерочка по отношению к дневному прохождению. Шикарно, вы видите. Такой станции то гремят, а самое главное подальше идут сейчас. То наоборот, то ближние идут, то дальние, так что такие было. Здоровья, удачи, всех благ на Молдову. Пока-пока. Пока, Роман Зуев, Тройка. Вот смотрите, вечерний диапазон. На вечернее прохождение на диапазоне 7 МГц. Смотри, Дима, слушай, прием. На полосочке. И смотрите, все прям прекрасно работает. Инвертор и кое-какие станции. Приглашает Роман Зуев, тройка, да, Елена Васильевна. Уже 3 Елена Васильевна. 40 метров на прием. Шикарно. ГПшечка у нас тоже здесь R7000 работает, но она... А Роман, жена идут, Елена Васильевна. Она, так сказать, более узкополосная. Роман Зуев, тройка, Елена Васильевна. Это внешняя антенна. Это правильная большая внешняя антенна. А сейчас вот дельточка. Роман, Елена, Елена. Приветствую, Владимир. Девятка плюс 15. Очень громко. Муслим, в Азербайджане, Сергей. Позывной. Шестой район. ВВД воды ЖЗ, Муслим, добрый вечер. Слышу 20-25. В данный момент ваш сигнал прошел плюс 25. Серега Липецкий, прием. Да-да, Сергей, принято, принято. Ну тоже очень громко. Сергей, слушай, Павел.
Ну и то, и другое хорошо. Очень удобно вычислять корреспондента. Дельта? Да. Слово взрывает, шикарно. 10 плюсов слышу. 10 плюсов, Павел. Серега Липецкий, прием. Посмотрим, 165 уже, это интересно. 160 здесь нет, у нас на нашей, так сказать, на нашей памяти. Мы сделали один. Так, единичка здесь надо. Один, точка. Так. ЛСБ. 165. Поехали. Дельта включена. Дельта. Видите, дельта. Я 160 сейчас, чтобы что-то услышать, я не думаю. Сейчас диапазон у нас. За последние 10-15 лет диапазон немножечко на 160. Не активнее. Так, 53 амплифайер надо выключить. Ребятки. Нет, выключить не надо. Да, не сможем. Так, 160. Зимой. Хорошо. В былые времена нет. В былые времена звучало очень четко. Тишина. 160 никого. Поехали. Большое количество китайских лампочек. Ну, на инверторе здесь даже питаться не надо. На 160 в 9 часов вечера пока что не было. Ну, это надо зимой прохождение, чтобы дали и так далее. Ну, и учитывая то, что диапазон 160, сейчас не очень, будем говорить так, развит. Так, куда еще нужно? На семерке были. Стараемся на прием. 3623. Звучит? Звучит. Добре, Анатолій, ну що, ще дякую, що ви почули і привітали з нами. Головне, що почуті і привітати. Також питання, чи нового нема. От, тільки добра, здоров'я вам. Хочеться побажати, бажаю. Давайте посмотрим вечером, що у нас на 14 годин. 14.50. 14.150 плюс-мінус. Это самое ГПшка. ГПшка. Да, кто-то есть даже. Прямо ушел полностью. А под конец уже все принял. Так, 14.169. Ну, на 14 МГц, в принципе, на инвертор можно что-то ловить. А вот лучше дельточка все-таки ловит. Вот обратите внимание, дельта, конечно, шикарная. Шикарно дельта вырезать. Вот смотрите, дельта. Инвертор V, это не родная антенна. ГПшка. Родная антенна, но сразу шумы, шумы видно. Вот видите, дорожка поменялась. А смотрите, опять дельта. Все-таки дельта на прием ловит довольно-таки неплохо. Вот смотрите, дельта работает. Ну, такое прохождение. 7, 8, 9, ГПшечка сразу прибавляет шумы. Ну, такое прохождение. Евгений, прошу. Вот дельточка так работает. Спасибо. Очень универсальная приемная антенна. Волна прилетела. Смотрите, вечернее прохождение 14 МГц. Это не зимой. Зимой, конечно, было уже в это время ничего не было. Спасибо, пока-пока. Да-да, Толь. А вот мы слышим. Все получено. Очень хорошо звучит. Чемода, конечно, шикарно работает. Баба Сергей, три, кто был? Хорошо, звучит 14 МГц. Принято, 5-9, колебания небольшие. Игрим Анатолий, спасибо, волна прилетела, Петр, прием. Напряженный. По меховой обстановке.
очень напряженная полевая обстановка у нас. И вот вы видите, довольно-таки достойно звучит Малахит ДСП с дополнительной платой. Ребята, одну минуту. Нулевой Иван Борис Дима, да? Пошире полоску мы сделали, 40 кГц. Сейчас вышел плюс 10, то было 8, сейчас плюс 10. Хорошо звучит. И Грим Анатолий, и плюс 10 вас слышно. Дмитрий, 0, Иван Борис Дима, Анатолий Грим, вот здесь идет такая связь. 21 МГц у нас сегодня помалкивал, да? Посмотрим, что у нас на 21 имеется. Ну, 21 уже все, в принципе, прикрыто. Помеха. На 21 мы ничего не видим. Варки, я не знаю, я на варках так часто не сижу, но 10 мегагерц нет. У меня на 10 мегагерц довольно-таки много помех есть. А, ЛСБ еще вдобавок. 10 мегагерц. Минус, я туда редко захожу. 18, вот смотрите, цифра работает. 18 мегагерц. ГПшечка. На 18 МГц, ну это не ГПшка она будет, это родная антенна Pushcraft R7000 ГПшка. Это сейчас цифра работает у нас. Инвертор и дельта. Да, вот видите разницу, некоторые радиостанции, вот видите, на дельту не очень, а на ГПшку прям шикарно. Разницу даже по звуку. Так что 18 МГц тоже, в принципе, есть. Цифирка там работает. И семера, конечно, шикарная. Семера шикарная. Это дельта. Дельта, конечно, да. Детский вот этот театр, тоже кукольный театр, как он в стиле оформлен, но совсем другой. Опять предамплифайер, надо было, ну, здесь надо убирать, предамплифайер надо убирать, ребятки, это ж 3,5. Еще и нижняя антенна. Так что вот как-то так, довольно-таки. 1 кГц. Немножко настроено неправильно было, но ничего. Жужелочки светлые. Ладно, вернемся на сюда. Спасибо, удачи, хорошего вечера. И вот мы сегодня вместе с вами, в принципе, отюзали большие антенны на инче диапазоне. В первой половине нашего видео мы рассматривали, прослушивали диапазоны днем. Че у нас были 27 МГц, 28 вы слышали. На 21, в принципе, никого и не было. На 14 у нас было. На семерке плюс-минус. На НЧ диапазонах днем, в принципе, никого и не было. А вот сейчас мы послушали уже вечерком. Довольно-таки прохождение какое-то наблюдается. Как раз сейчас... Видите, как это подплавает? Плавает интересно. Это сейчас у нас как раз переход идет. Переход идет на... Предамплифайер так дисейблит. Хорошо. Идет на ночное прохождение. И вот это вот замирание наблюдается. Это бывает. И вот мы, в принципе, уже покрутили этот приемник. Если сказать честно, на прием, конечно, гораздо лучше работает, чем Деген. Деген там даже и в стороне не стоял, если честно. Здесь у нас и фильтры есть, аттенюатор по 1 дБ, и, соответственно, предамплифайер, внутреннее усиление, по УНЧ-шке усиление хорошее идет и так далее. Так что этот приемник стоит своих денег, и достойное место он займет
в наших радиолабораториях. И на сегодня все. В принципе, попрощаюсь с вами. Вот. Пожелаем этому приемнику правильной, хорошей радиолюбительской жизни. Вот. И я думаю, он будет приносить радость радиолюбителям при прослушивании радиолюбительских диапазонов. Я УХ0КХ, Валерий Гуратровна, прощаюсь с вами. И всего вам самого хорошего.